Так, вот это у нас Бан-Бан. Сейчас мы посмотрим самые крутые анимации про всех монстров. И первая анимация у нас про семью монстров. Здесь у нас мамочка, Чучу, Чарльз, Стингер, Флинн и птица Апила. И они собрались сделать общее фото, но головорезы Чарльза все испортили. И теперь у мамочки есть собственный план. Так, она заманила поезда. Так, окей. Остановочка. Короче, ребят, ей сейчас нужно всех монстров выманить, и чтобы они все находились в бездвижном состоянии, чтобы сделать идеальный снимок, где она получится просто восхитительно. Так, теперь, ребят, она заманивает птицу Апилу в ловушку. Так, она насыпала корма. Все. Теперь она в клетке. Она попалась, ребята, на эту уловку. Все, теперь можно сделать идеальный снимок. Воу, что? Как они загорелись? Ну, ё-моё, снова ничего у них не вышло. Они, ребят, все испепелились. Как это произошло? Так, ребят, это у нас день рождения мамочки. Ага, она просит, ребят, у Чарльза яйца. Но Чарльз, ребят, не хочет отдавать ей. Бой, бой, бой. Так, ставлю на мамочку, а я ставлю на Чарльза. Это у нас, ребят, фигура и сик. Так, что подарить мне ей? Может быть, мороженое, пилу? Ага, есть же игрок. Почему бы не подарить его, да? Ну, конечно. Ребят, а вы бы какой хотели подарок на свой день рождения? Напишите, ребят, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Так, вот ее тортик. Нужно загадывать желание. Так, ребят, она мечтает о мясорубке? Ё-моё, зачем ей мясорубка, ребят? Это же абсурд. Помните, ребят, она во второй части как раз-таки из-за нее погибла. Так, что такое? Это вечеринка монстров. Ё-моё. Ребята, ставьте лайк, если хотите, чтобы все эти монстры стали вашими друзьями. Ребят, давайте, у вас есть 3 секунды. 3, 2, 1, все. Мамочка в ярости, ребята. Ведь ее даже не пригласили на свой день рождения. Так, Чучу Чарльз, ребята, ест уголек. Так, опа-на. Мамочка, ребят, что-то придумала. Она подбросила ему какое-то генетическое яйцо, из-за которого, ребята, Чучу Чарльз стал девушкой. Ё-моё, зачем она это сделала? Так, у него есть какое-то зелье для роста волос. Воу, нифига себе, у него волосы длинные стали, как у Рапунцеля прямо, ребята. Это он, это он. Нет, старик, это уже не он, это уже девушка Чарльз. Так, уборная, иди попудри свой носик. Сейчас... О, она немножко переборщила. Всего лишь малость. Так, теперь, ребят, ей нужно надеть наряд. Но она, ребят, не может. Она очень полненькая. Так, это каблуки. Воу, что? Настолько, ребят, сложно ходить на каблуках, что ж они сломались. Так, от мамочки стали все отписываться, потому что появилась какая-то новая звезда. И она набирает очень много лайков. Мамочка, ребят, начинает злиться. Она хочет, ребят, вернуть все в прежнее состояние. Все, он снова стал парнем. Так, ребят, это у нас, ребят, Чучу Чарльз со своей подружкой. Воу, ее украл старик. Ребят, он что делает? Он, ребят, что-то ей подмазывает. Воу, она, ребят, стала живой. Она очнулась. Убей Чарльза, у тебя есть 24 часа на это. Ё-моё, не надо. За что? О, нет. О, ребят, сейчас Чучу Чарльз погибнет. Так, погодите-ка. Кинотеатр. Они смотрят «Радужных друзей». А ты что делаешь? А я так, просто решила уголек немножко нарезать, чтобы ты покушал. Блин, ребята, Чарльз настолько по уши влюблен в нее, что он не замечает вот такие вот, ребят, поступки. Он, ребят, реально не видит, что она хочет его убить. Но он, ребят, очень сильно ее любит. Настолько, что мне кажется, он ради нее готов умереть. Так, это, ребята, уголь с каким-то ядом. И Чарльз, ребят, сказал, что он будет есть после нее. Так, ладно, ребят. Он спит на пикнике. Нет! Ребята, он сейчас скинет на него все эти камни. Нет! Ё-моё! Чарльз, проснись быстрее! На тебя летят очень много камней! Он, ребят, ничего не слышит. Так, она вспоминает, ребята, прошлую жизнь, где они любили друг друга. Она, ребят, пожертвовала собой ради Чарльза. У меня больше нет времени, говорит. Ё-моё! О, боже мой, ребята! Это очень грустная анимация Чучу Чарльз, ребят, реально прям до слез. Боже мой, вот этот старик, ребята. Злой. Получил по заслугам. Так, ребят, начинается анимация про школу страшных SCP-монстров. Так, ребят, все сейчас пока балуются в классе. Мамочка у нас учитель. Да, ну-ка, всем тихо. Сегодня, ребят, мы будем с вами изучать монстров. Так, это монстры, а это люди. Монстры должны кушать людей. Так, Чарльз, ребят, все понял и решил съесть игрока. А вот и я. Воу! Все, ребята, минус игрок. Мне кажется, ребят, это было очень вкусно для Чарльза. Так, ага, обеденный перерыв. Воу, мамочка взяла яйцо. Они сошли с ума. Так, тест. Окей, пришло время теста. Нужно писать экзамен. Так, фигура, ребята, что-то не справляется. Почему? А, он ведь ничего не видит, у него нет глаз.
Так, он надел очки, но это все равно не помогает. Я ничего не вижу, говорит он. Такой, я ничего решать не буду. Я просто съем этот тест. Так, ребят, церемония награждения. Все сейчас, ребят, будут вручать диплом Чарльзу. Вот диплом тебе о среднем образовании. Так, монстры должны кушать людей, вспоминает Чарльз. И поэтому он решил съесть этого старика. Ё-моё! Так, это улитка Бан-Бан. Окей. Мне скучно. Воу, что происходит? Бамбалина гонится с ножом за Стингером Флином. Нет, она, ребят, импостер. Привет. Короче, ребят, это монстры в Among Us. Так, капитан Фиддлс бежит. Наб-наб. Эй, ты, убирайся отсюда, пока не получил по лбу. Ты меня не понял? Вот, блин, я этого не ожидал. О, птица опила. Добрый день. Я найду всех предателей в Among Us. Так, ладно, ребят, это у нас Бан-Бан. Введите пароль для входа. Засунь свой пароль знаешь куда. Да, лучше не спорить с этим роботом. Мы теперь лучшие друзья с тобой? Нет, Джамбо Джош расстроился, ну ё-моё. Что у тебя за спиной? Вот это. Нет! О, нет, ребята, сейчас Бан-Бан, улитка погибнет. Ё-моё. Погодите, ребят, она заморозила время? Что? Она реально умеет это делать? Так, или погодите-ка, новый вкусный кокос, только сегодня. Нет, ребят, она погибла. Эй, привет. Здравствуй, о боже мой, я чуть не обделался. Фух, я думал, ты меня хочешь убить. На, получай. Ё-моё, ребят, наб-наб предатель. О боже мой, они убили Стингера. Так, это ты. Прошу прощения. Может быть, это вы оба? Просто отвали от меня. Это самое дурацкое место. Это ты. Короче, ребят, в итоге выкинули капитана Фиддлса. Ой, ребят, это продолжение Garden of Bon-Bon анимации, где наши монстры продолжают выполнять задания. Нифига там проводов было. И искать предателей на корабле. Так, ребята, Бан-Бан кого-то заметил, кого-то услышал. Ага, ребята, начинается саботаж. Окей, все горит, ребят, красным огнем. Боже! О, нет! Улитка Бан-Бан и Бан-Балина погибли. Это все на дна. Так, а вот и он, ребята. Ты в своем уме? Он взвывает, ребята! Он воет! Я просто веселюсь! Я чувствую твой страх! О, ребят, он похож на волка из Кота в сапогах! Нет, 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 нет! Подожди, подожди, подожди! Стой, 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 стой! Так, окей, вот опила у нас. Все, это ты, предатель. Вот блин. Минус наб-наб. Вот скажи мне, ты идиот? Так, ребят, начинается стыдная анимация Poppy Playtime про Хаги-Ваги и игрока. Так, вот, ребят, игрок у нас. Так, вот, ребят, их встреча. Сейчас они будут сражаться. Хаги-Ваги против игрока. На, получай перчатками. Опа, на, ребят, его кто-то защитил. Это девушка-игрок. Она, ребят, защищает Хаги-Ваги, смотрите. Нифига себе, ребят, вот это поворот. Вот это, ребят, я точно не ожидал. Так, окей, ребята, теперь игрок против игрока. Она ему в рот закидывает Хаги-Ваги. Офигеть! Нифига себе у него пасть. Все, Хаги-Ваги накушался. Так, теперь, ребята, как понимаю, они будут дружить с этой девушкой игрока. И Хаги-Ваги может спать спокойно, ведь ему ничего не угрожает. Это очень милая, ребята, анимация. Так, ребят, начинается грустная история про капитана Фиддлза. Сейчас, ребят, мы с вами узнаем, как он появился на самом деле. Так, они с отцом, ребят, плавали в океане и искали сокровища. Как вдруг, ребята, к ним подплыл какой-то страшный кракен. Я видел, ребят, в воде он там был. Так, ребят, вот он. Начинает, ребят, атаковать корабль. О, ребят, это же большая версия Стингера Флина. Ё-моё! Нет! Сейчас, ребят, их корабль потонет. Офигеть, у него размеры. Он похож, ребят, реально на кракена из «Пиратов Карибского моря», когда Джека Воробья съели. Так, все, ребята, мальчик остался один. Его отец погиб. Нет. Ё-моё, мальчик, что ты им сделаешь? Что можно придумать в этой ситуации? Я реально без понятия. Так, он, ребят, решается пронзить его глаз с помощью какой-то катаны, ножа. Так, все, ребята, корабль потонул. Он плавает на оставшихся обломков от корабля. А нет, ребят, отец все еще жив. А нет, ребят, это не отец, это он. Так, он изучает, ребята, чернила этого осьминога. Оказывается, ребят, то, что они отравлены. И они вызывают, ребята, вот такой вот эффект. Он начинает, ребят, из-за них превращаться в монстра. В капитана Фиддлса, смотрите. Его кожа, ребят, начинает менять облик. А теперь, ребят, начинается история про шерифа Джеффа. Такие-то, ребят, грабители пришли брать деньги из банка. Но шериф, ребята, подоспел вовремя и остановил это ограбление, ребята. Теперь, ребят, он известен на весь город. И кому-то, ребят, это не понравилось. Так, он вернулся к себе домой, к своей дочке. Воу!
Какой-то, ребят, ученый его вырубил и отправил в лабораторию, чтобы проводить опыты и эксперименты. Смотрите, что он делает с его дочкой? Нет! Он начинает, ребят, злиться, смотрите. Он меняет облик и превращается в шерифа Джеффа. Ё-моё, нифига себе у него размеры. Так на него отправляется, ребят, целую армию каких-то охранников. О, ребят, но он непробиваемый. Его пули не берут. И он, ребят, начинает всех есть. Йоу, нифига себе, это реально очень интересная история появления шерифа Джеффа. Офигеть. А это у нас, ребят, история появления монстра-фигуры из Roblox Durs Hotel, из 100 дверей Roblox, ребята. Этого уважаемого мужчину зовут как раз таки Фигура, и он работает в библиотеке, смотрите. Так, он нашел, ребят, какую-то странную книгу, в которой, ребята, нарисована пентаграмма. Это точно не к добру, ребята, я уверен на все 100%. Так, ребят, что-то происходит. Книга, ребят, начинает оживать. Воу, что это такое? Какое-то странное сечение. Воу, все, ребята. Эта книга вселила злых духов в этого человека. И теперь, ребят, он превращается в монстра-фигуру. Ребят, а вы бы в какого монстра хотели превратиться? Напишите, ребят, в комментариях. Вот я бы хотел стать Хаги-Ваги. Мне кажется, это очень круто. Все, ребят, начинается самое интересное. Пасхалки и секреты Garden of Banban. В этой анимации нам показывают комнату со скрытыми камерами. Давайте посмотрим. Так, все, включается, ребят, монитор. Опа-на, вот, ребят, Джамбо Джош в компьютерном классе. Это, ребят, чем-то похоже на FNAF. Так же со скрытыми камерами. Так, это у нас, ребят, капитан Фиддлс. Он спит на рабочем месте. Почему бы и нет? Так, это у нас, ребят, птица Опила. И она немножко сошла с ума. Она, ребят, стукает по камере. Так, снова Джамбо Джош. Но он уже намного ближе к нам. Так, капитан Фиддлс проснулся. Время просыпаться, да? Это у нас, ребят, радужные друзья Roblox. Что они тут делают? Они просто кружатся на месте. Это какая-то пасхалка. Так, это у нас, ребят, паук Наб-Наб. Он, ребят, просто дэнсит, просто танцует. Туда-сюда. Так, опа, ребят, наступила снова ночь. Джамбо Джош пропал. О, это у нас была улитка Бан-Бана. Так, все, ребята, Бан-Бан понял, что он насмотрелся на сегодня всяких фильмов. Так, опа-на, ребят, это Джамбо Джош, он уже сзади был. Так, ребята, в этой анимации все радужные друзья Roblox будут проходить уровень с Наб-Набом из Бан-Бан 2. Им главное не попасться в лапы этого страшного паука. Так, первый на очереди у нас синий друг. Так, ага, синяя стрелка. Если будет розовая стрелка, то нужно идти в противоположную сторону. Так, синий пока все делает правильно. Так, теперь розовая, нужно идти направо. Не налево, нет, синий пошел не туда. Он ошибся своим путем. Так, теперь, ребят, у нас на очереди апельсин. Оранжевый друг. Так, все, он понял правила и готов двигаться. Так, ребят, апельсин у нас очень быстрый. Он сейчас очень быстро преодолеет это расстояние. Все, ребят, он прошел уровень с Наб-Набом. Дальше, ребят, на очереди у нас идет фиолетовый друг. Так, все, он готов, он идет. Так, он идет очень, ребят, медленно, реально. Его сейчас, ребят, легко могут схватить. Он, ребят, пропустил подсказку. Он, ребят, не знает, как делать, куда идти. Ё-моё, нет, все. Фиолетовый, ребят, очень долго стоял на месте, и его скушали. Так, ребят, снова Наб-Наб. На этот раз, ребят, он решил напасть на птицу Опилу. Нет, осторожно. Так, все, ребят, птица Опила успела вовремя увернуться. А это, ребят, синий друг. Он пришел на помощь. Так, ребят, начинается бой между двумя синими монстрами. Пока что, ребят, Наб-Наб выигрывает. Он превосходит, ребят, его силой. Смотрите. Воу, все, ребята, минус синий друг. Он, ребят, начинает его забивать в пол. Все, ребята, синий друг, ребят, повержен. И он забирает себе его корону. Почему бы и нет, ребята? Блин, ребята, это реально очень забавные Poppy Playtime и Rainbow Friends анимации на русском. Так, это снова Наб-Наб. Он сидит один, грустит в коридорчике. Так, опа-на, ребят, это у нас Стингер Флинн. О, все, здравствуйте. Нет, пожалуйста, можно назад, обратно. Ё-моё, беги, Стингер. Он сейчас тебя съест. Так, все, он забрал, ребят, в какой-то странный коридорчик. Очень темный. Так, нифига себе, что-то, ребят, за большая комната. Что там находится? Так, Наб-Наб немножко в шоке, ребят. Он явно этого не ожидал. Нифига себе, там размерчики комнаты. Ребят, там что, какой-то большой аквариум стоит. А, ребят, это мама Стингера Флина. Офигеть. Все, теперь ты в ловушке, Наб-Наб. Ну-ка, иди ко мне, мой хороший. Иди ко мне, мой сладенький. Сейчас мы с тобой поиграем. Ты решил лезть на маленьких, теперь ты маленький. И теперь тебе конец. Все, минус Наб-Наб. На! А он просто его швырнул, ребята, почему бы и нет? Так, ребят, в этой анимации у нас появится новый персонаж из Garden of Banban 3. Его зовут Молчаливый Стив, ребята. Этот монстр, ребят, чем-то похож на кобру, на змею. Все, ребята, птица Опила пошла исследовать новую локацию с паровозиком.
Кстати, ребят, эта локация чем-то похожа на игру Project Poppy Playtime. Опа-на, а вот, ребят, и молчаливый Стив. Он уже ее дожидается, нашу Апилу. Так, о, ребят, он очень круто выглядит. Он очень быстрый и незаметный, как ниндзя. Так, Апила пока ни о чем не подозревает. Она просто, ребят, исследует новую локацию. Так, опа-на, она, ребят, села на паровозик. Все, паровозик тронулся. И Апила, наверное, сейчас тоже поедет. Так, пока что, ребята, она ничего не понимает, что тут происходит. Вот, а вот, ребят, и молчаливый Стив. Ё-моё, беги, Апила, быстрее. Перебирай своими маленькими лапками. Так, ребята, она в ловушке. Ей нужно быстрее садиться на этот паровозик. Давай быстрее, прыгай на него. Фух, ребята, все, Апила осталась в живых. Так, а это у нас, ребят, секретный уровень в садике Банбана. Давайте посмотрим. О, ребят, смотрите, кто-то поймал всех монстров и посадил в тюрьму. Офигеть, тут находятся, ребят, шериф Джефф, улитка Банбан и сам Набнаб. Офигеть, ребята, кто их мог поймать? Кто это сделал? Если, ребята, вы знаете, и у вас есть какие-то догадки, то, ребят, напишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Так, ребят, тут у нас в клетках находится капитан Фиддлс, Банбан, Стингер Флинт и Апила. И одна, ребята, клетка пуста. Так, вот, ребята, у нас Банбан. Офигеть, кто, ребята, их мог запереть? Возможно, ребята, существует какой-то реально еще более серьезный монстр, который как раз-таки ими управляет. Так, о, ребята, реально, эта клетка пуста. Там должен быть находиться еще один монстр. О, ребят, смотри, тут еще есть клетки с монстрами. Ну, а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!